В небе и на экранах вы наблюдаете полет ударного беспилотного летательного аппарата «Винглонг». Беспилотный летательный аппарат приступил к разведке позиций незаконного вооруженного формирования. Данный летательный аппарат способен развивать скорость до 200 км в час на высоте до 6000 метров. Он может нести до 100 килограммов полезной нагрузки и находиться в воздухе в автономном режиме до 20 часов, что делает его незаменимым средством как разведки, так и поражения противника. Необходимо отметить, что за 2014-2018 годы вооруженные силы Казахстана получили комплексы беспилотных летательных аппаратов. Сформировано 10 подразделений, укомплектованных квалифицированными специалистами. Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат «Винглонг» в целях дезорганизации управления незаконного вооруженного формирования наносит удар по пункту управления террористов высокоточным боеприпасом. Командный пункт боевиков обозначен зданием белого цвета. Вы наблюдаете точное поражение цели управляемой ракетой ВА-7 с лазерным наведением. Пункт управления противника уничтожен. Результаты поражения передаются на пункт управления разведывательно-ударного комплекса в масштабе реального времени. Беспилотными летательными аппаратами обнаружено выдвижение резервов противника на автомобилях, выдвигающихся в направлении базового района незаконного вооруженного формирования. Командующий группировкой сил специальных операций принял решение уничтожить подходящие резервы противника групповым ударом авиации по целеуказанию с беспилотных летательных аппаратов. Авиация наносит удар силами двух звеньев фронтовой и двух звеньев армейской авиации под прикрытием пары многоцелевых истребителей Су-30СМ. Вы видите, как звено многоцелевых истребителей Су-30СМ ложится на боевой курс и производит навигационное бомбометание. Цели, обозначенные белыми мишенями, имитирующими колонны автомобилей, поражены с ювелирной точностью. Военные летчики АЗ-604 Талдыкурганской авиабазы профессионально точно выполнили боевую задачу.